Привет, ребята! И добро пожаловать на канал Эллен Стар! В этом видео я проверю ваш рецепт слайма. Без клея и без тетрабората. А сейчас я обращаюсь к тем, кто еще не подписался. Подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Я вам буду за это очень благодарна. И вы подписались? Тогда давайте начнем. Первым делом достаю воздушный пластилин. Люблю лопать пакетики. Смотрите. Так. Теперь его выковыриваем пальчиком. Он неплохо тянется. Давно я не делала слайма из легкого пластилина. Отправляем весь в емкость. Далее берем тоже пластилин, только уже шариковый. Лопаем. Он уже не лопается, как тот. Значит, будем просто его вытаскивать. Люблю вот такие вот пластилины. Слышите, как он хрустит? Обожаю. Их можно купить в детских магазинах или в канцелярских магазинах. Сам шариковый пластилин липкий, потому что в нем есть какая-то жидкость, похожая на клей. Добавляем его тоже в емкость. Все готово. По рецепту теперь вода. Объем не указан, буду лить на глаз. Всю эту пластилиновую массу нужно сделать однородной, так что я перемешиваю ее ложечкой. Оно не хочет размягчаться, добавлю еще воды. Снова добавляю на глаз. Добавлю еще воды, надеюсь, не переборщу. Буду разминать руками, ложкой не получается. Вау, как красиво! Он липнет. Значит, давайте не будем больше добавлять воды, а лишнюю воду солью. Ребята, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик. И тогда вы первыми узнаете, когда выйдет новое видео. Далее написано шампунь. Наливаем немного. Какой выберете шампунь, без разницы, но лучше густого. Перемешиваю. А вы любите делать такие процедуры со слаймом? Напишите в комментариях. Ну вот, более-менее масса стала однородной. Что будет дальше, посмотрим. Как бы сейчас у нас должен был получиться слайм. Может, я с чем-то переборщила? Он липнет. Так как у нас слайм без клея и надо его спасать, чтобы он не лип, я использую вот такие вот легкие пластилины. Для загущения нашего слаймика. Ребята, смотрите, какой красивый цвет. Я его выковыряю. Скорее ставьте лайк на удачу, чтобы слаймик получился. Это работает! Этот пакетик у нас не лопается, поэтому я его разорву. Ой! Убежал пластилин!
О, вернулся. Перемешиваю руками. Красиво! Какие красивые цвета! Ребята, он получился! Он просто супер-пупер! Он эластичный и растягивается! Слайм из легкого пластилина всегда хорошо размазывается, не липнет. Идеальный баттер-слайм совершенно без клея. Рецепт хороший, если у вас дома есть ненужный пластилин. Ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал. Оставляйте свои рецепты, мы будем вместе их проверять. Играть с ним очень приятно, текстура шикарная. Хочу признаться, один из моих любимых слаймов – это баттер-слайм. Если видео вам понравилось, ставьте пальчик вверх. Всем прекрасного настроения, всех люблю и всем пока!